I have one small question, if possible. Мог бы Махарадж рассказать, как так вышло, что мы решили уйти с поста Брамы и спустились сюда, вот в Латвию? The question is, the morning lecture, during the morning lecture that we've been Brahmas. We're starting from this place. We started from this position, and then we lost this house, or this position. And how did it happen? What pushed us to... What made us to change our minds and go to Latvia? Good question. Well, it was the prospect of material enjoyment, like personal enjoyment. Это в основном происходит из-за склонности к материальному наслаждению, перспективы наслаждаться материально. Which, you know, it was really stupid of us to. На самом деле ничего глупее, в общем-то, нету. It's like when you fall for some stupid advertising. Это, например, как мы пали за какой-нибудь рекламы какой-нибудь. And you buy the thing, and then you think, what? Вы купили какое-то барахло, потом думаете, о, зачем я это купил вообще? But it's worse than that. Но это еще хуже даже, чем такая покупка невыгодная. Yeah, so we came, and we first birth was Lord Brahma, and we had some association with Krishna. И когда мы сюда пришли в эту материальную вселенную, во-первых, мы получили сразу же позицию Брамы. И во-вторых, мы имели общение с Кришной какое-то. И мы даже могли бы вернуться обратно на Голоку Вриндавану, у нас были все шансы. Потом мы думали, подождите, минуточку. Есть одно место, о котором я много-много слышал. Я думаю, что стоило бы туда отправиться. And it's called Riga. Оно называется Рига. But not directly. Many steps. Okay, I'm just joking. Yes, I'm sure. But eventually it came to that. It's like we tried everything else. Но на самом деле, прежде чем мы сюда попали, мы перепробовали уже все вообще, все, что возможно. We tried everywhere else. Мы перепробовали все, где возможно. And then we're thinking, boy, I just couldn't get it together. И в конце концов мы подумали, ну, боже мой, так как-то мне не удалось достичь того, чего я хотел. I tried and I tried. Пробовал. So what next? Что ж дальше-то? Riga. I haven't tried. Вот и в Риге еще я не был, еще не рождался. I tried Daugavpils. Я уже Даугавпилс даже попробовал. So it's something like that. It's just, you know, the grass looks greener. Знаете поговорку, что? On the other side of the hill. В чужом саду яблоки слаще, или за как трава зеленее, где? На другой стороне холма. На другой стороне холма. The яблоко on the other side of the hill. In others' garden, you know. Okay. Sweeter apples. Yes. That's the thing. That's the principle that, you know, that thirst for enjoyment. Это жажда от наслаждения, это вот в основе принципа лежит. So somehow, well, when we came as Lord Brahma, we had lost our, you know, like our real Krishna consciousness. Когда мы пришли сюда как Брамы, каждый из нас, мы потеряли тот изначальный вот вкус сознания Кришны. I mean, like in the kingdom of God, we've lost that. В таком чистом виде, как в царстве Господа. And maybe, you know, we're to some degree Krishna conscious. Может быть, в какой-то степени мы были сознающими Кришну. But then you see, like our Lord Brahma, the descriptions in the Bhagavatam. Когда вы обратитесь к Шримад Бхагаватам, писание нашего Господа Брамы. He became attracted to different material activities. Он пал жертвой того, что привлекся различными материальными видами деятельности. And, you know, after some time he became more Krishna conscious. Спустя какое-то время он как бы очистил свое сознание Кришны, возвысился в нем. And now we understand he's a great devotee. И на
насколько мы сейчас понимаем, он великий преданный. Very great devotee. Величайший преданный. Special. Особенный. So, you know, it's not though that everyone who becomes Lord Brahma has just fallen from the spiritual world. И в то же время не означает, что каждый, кто стал Господом Брамы, это вновь пришедшая душа из духовного мира. Только что. Some have been in the material world long time and then somehow they become Lord Brahma. Некоторые пробыли здесь в материальном мире уже значительное время и поднялись до позиции Господа Брамы. Lord Shiva explains it's in the Bhagavatam. Бхагаватам Господь Шива объясняет. He says, if you maintain the standards of a Brahmin for 100 lifetimes, you can become Lord Brahma. Он говорит, Господь Шива говорит, что если вы на протяжении сотни жизней, 100 of yes. Сотни жизней сможете поддерживать брахманический статус, то есть сохранять брахманические стандарты в своей жизни, то вы родитесь в конце концов Брамой. And if you maintain the standards for longer, Lord Shiva says, you can become me. А если вы будете поддерживать этот стандарт даже большее число жизней, более продолжительно, то вы станете мной даже, говорит Господь Шива. It means you can become a Shaktivesh avatar of Lord Shiva. Это означает, что вы можете стать Шактивеш аватарой Господа Шивы, то есть полномоченным. So in other words, you know, anyone who became Lord Brahma from any position, from down or up, that's something special. В любом случае, надо иметь в виду, что откуда бы ни пришел на позицию Господа Брамы живое существо, откуда бы ни пришло сверху из духовного мира или прогрессируя в этом материальном мире, это особенное положение. They are just such extraordinary people. Это необычайные личности, просто экстраординарные. Yeah. And elsewhere it says, if you practice brahmacharya without any failure for 100 lifetimes, you can also become Lord Brahma. Есть еще упоминание одно, что если человек следует на протяжении сотни жизней практики брахмачарии, не отклоняясь, ни разу не отклонившись от этой практики целибата брахмачарии, то тоже может стать или получить позицию Господа Брамы. So in other words, to become a Lord Brahma, that's a really big thing. То есть это действительно событие, это действительно особенное достижение стать Господом Брамой. But somehow what happened to us was we became Lord Brahmas and we did our thing for the lifetime of Brahma. И что произошло с нами? Мы получили эту позицию Господа Брамы и были вовлечены в деятельность, соответствующую этому статусу. But in the course of all of that, we became materially attracted more. Но в процессе выполнения вот всех своих, так сказать, должностных обязанностей мы как-то все больше и больше привлекались материальным. And it's, yeah, I mean, it's almost like for a Lord Brahma that Krishna or Vishnu says, okay, shall we go back to Goloka Vrindavan? Фактически это выглядело так, что в какой-то момент Господь Вишну сказал, что, ну что, пришло время, давай вернемся на Голока Вриндавану. But then we said, well, обращаясь к нам на позиции Брамы. I don't know. И мы ответили, неплохо, вот, вообще я не знаю. Maybe next time. Может быть, в следующий раз, а? I'm just gonna go check things out more. Я просто должен чуть-чуть еще тут проверить кое-что. Волчок. Hey, Волчок. What are you doing? Chanting japa. He's chanting japa. Yeah. Actually, I was told, you know what I was told? When I just first joined. Когда я только что присоединился к сознанию Кришны, знаете, что мне сказали? We would get, see, Prabhupada was present, and every week or every, you know, regularly, we would get messages. Prabhupada said the latest thing. Uh-huh. И Прабхупада тогда был на планете еще здесь, и
мы время от времени, неделю, каждую неделю или каждую вторую неделю, мы получали какие-то сообщения, послания от имени Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада сказал, и дальше шел какой-то текст. So one time we got this message. You know what Prabhupada just said yesterday? И вдруг такое сообщение, такое вот послание от Прабхупады. Знаете ли, что сказал Шрила Прабхупада буквально вчера? That when you fall down from the spiritual world, когда вы падаете сюда из духовного мира, just before you actually take off, прямо через, то есть перед самым взлетом или скорее падением, the samaluta, Krishna comes and speaks to you. Кришна приходит и лично проводит беседу. And Krishna says, look, you know, I know you're having some difficulty. Кришна приходит и говорит, ты знаешь, я знаю, что у тебя проблемы, я в курсе, что у тебя проблемы некоторые. But please don't go. Но, пожалуйста, не уходи. I don't want you to go. Я не хочу, чтобы ты уходил. And you won't be happy if you go. И ты сам будешь несчастлив, если уйдешь. In other words, Krishna tries to convince us is the last thing before going. Когда же мы свисаем уже буквально уже там, над этим материальным миром, Кришна приходит и пытается убедить нас, что сюда не надо отправляться. But we didn't listen. Но самое интересное, что мы не слушаем. And then when you go back finally. А также когда мы возвращаемся в конце концов, брат. Well, there's if you, I don't know if you read Brihad Bhagavatamrita. Little bit. Не знаю, читали ли вы Брихад Бхагаватамриту? You should really read that. That's but now it's not possible in Russian, only in English. Well, your English is no. Good. Not enough. So there, Gopa Kumar. Там Гопа Кумар один из участников описания. He, it's a long story, but he gradually he goes back. To Godhead, he arrives in Goloka Vrindavan. История очень длинная, того как он постепенно поднимался выше, прежде чем достиг Голока Вриндавана, и в конце концов он оказался там. So he arrives there. Он появился там, прибыл туда. And he's wondering, is it true? Has it really happened? И он смотрел вокруг и думал, неужели достиг? Что на самом деле происходит? Or am I just some other place? Или опять какое-то другое место, похожее попал просто? Because on the way he had stopped. Он уже на стольких многих уровнях там планеты и обители. So he thought, okay, let's be careful here. I'm gonna check. И он подумал, надо проверить, не стоит расслабляться сразу, мало ли что. Я проверю сначала. Куда ли я попал? He found some elderly man resting. И он встретил одного такого пожилого человека, который отдыхал. Старый человек. Старый, да. And he said, you know, see this house over here? И он спросил, он говорит, видишь там дом? Whose house is it? Он говорит, чей это дом? And this old man lying down, suddenly he sat up. И этот старик, который лежал, он вдруг встал, сел. Больше оставаться. That is the house of Sri Nandananda. Он сказал, это дом Шри Нандананданы. And then he just sort of collapsed on the ground in ecstatic tears. Гопкумар. No, the man. И потом этот старик, он просто упал вдруг, слезами стал обливаться экстаза. And so Gopa Kumar understood, I'm here, I've made it. И тогда Гопа Кумар понял, добрался, наконец-то. After all я на месте. That, после всего этого, what I went through, после всего, что мне пришлось пройти. I'm in Goloka Vrindavan. Неужели я на Голока Вриндаване? So then he went around and spoke to some of the people. Тогда он отправился дальше и стал встречать людей и беседовать с ними. So he went and asked someone, where is Nandananda? Он подошел к кому-то и говорит, послушайте, а где Нандананда? And the person said, he's still out in the forest herding the cows. И кто-то сказал, Нандананда, сейчас в лесу, до сих пор еще в лесу, он пасет коров. But he's coming back soon. Но он очень скоро вернется. And he said, you see that dust cloud in the distance? И дальше этот человек продолжал, видишь, вот там в отдалении высоко поднявшееся в воздух облако пыли. This is being
kicked up by the cows. Это пыль, поднятая копытами коров. You see, it is moving this way. Видишь, это облако пыли приближается сюда. And then, so the dust cloud is coming closer and closer. Это действительно облако пыли приближалось над верхушком деревьев ближе. Everyone's coming out of their houses. И в это время все начинали выходить из своих домов, все жители. And they're moving towards the dust cloud. И они смотрели вдаль на это облако и двигались в сторону его. They got all sorts of things like arty paraphernalia and food. А в руках у них у кого-то были принадлежности для арати, у кого-то были угощения. They're going to offer it all to Krishna. И они все собирались, так разумеется, предложить Кришне. And then Gopakumar, he's just dragged along by them. И Гопакумар просто пошел за вот этими всеми людьми, как бы они направляли. So all the time he's looking. И он вглядывался. Where is he? Пытаясь увидеть, где же он? And then he sees, there's Krishna. И в конце концов он увидел, говорит, вот Кришна. And right at that moment, Krishna sees him. И в этот самый момент, когда он его заметил, Кришна заметил Гопакумара. And they just come running towards each other. И они кинулись бегом друг другу навстречу. And they meet and they just embrace. Подбежали друг к другу и схватили друг друга в объятия. And Krishna asks them, where have you been? И Кришна его спросил первым делом, сразу говорит, где ты был все это время? I've been thinking of you so much. Я столько думал о тебе, столько тебя вспоминал. I've been missing you so much. Мне так тебя не хватало, так скучал по тебе. What did you do? What happened? Что случилось с тобой? Где же ты был? And Krishna's just getting so much into it, he faints. И Кришна так от переживаний, вообще погружен во все это, от этих переживаний просто упал без чувств. And listen. Gopakumar, you know, Krishna just falls to the ground at his feet. И он только что был в объятиях его, вдруг смотрит, Господь лежит уже на земле. And Krishna and Gopakumar is in anxiety. Wow, what happened to Krishna? Gopakumar, он беспокойство большое пришел. Что же произошло с Кришной? Actually, he fainted in ecstasy through seeing his long lost devotee. На самом деле, Господь потерял чувство от блаженства, которое он испытал, когда увидел давно. Преданного, по которому так сильно скучал. But Gopakumar didn't know what was Gopakumar не знал этого, не понимал, что происходит. And because they ran, Krishna ran out from the cowherd boys. Gopakumar ran out from all the people. И когда они увидели друг друга в тот момент, то Господь Кришна отделился от всех остальных пастухов, от коров вперед, а Гопакумар он выбежал из толпы жителей Галоки. So they're out in the open. И они оказались на открытом местности. With these groups, the two groups of people are approaching. Пока они стояли, эти две группы людей, пастухи и жители деревни, они приблизились друг к другу. And everyone sees Krishna faint. И все, подойдя ближе, увидели, лежит Кришна без памяти, без чувства. And then, wow, it's just like very dramatic. И это такое напряжение увидели, что же это за картина такая? Everyone comes running over. Все подбежали ближе. What happened to Krishna? Что с Кришной случилось? And some of them grabbed Gopakumar. Кто-то схватил сразу Гопакумара за руку. What did you do to him? Что ты сделал с Кришной? And Gopakumar just doesn't know. Гопакумар вообще что происходит, что отвечает? Now they're all gathered around. Все они окружили Гопакумара, лежащего Господа. And they're all looking at Krishna. Все смотрели на Кришну. Tears coming from their eyes. Слезы потекли из глаз. Looking at Krishna, then looking at Gopakumar. Потом они подняли глаза и посмотрели на Гопакумара. And you know, he's been away a long time. А поскольку он очень долго не был там. He was in Riga too. Он был в Риге. Да. And then someone says to someone else. И вдруг кто-то сказал, один другому из жителей сказал. Who is he? Сказал, слушайте, а кто это вообще такой? I don't think I've seen him before. Я как-то прежде его ни разу не встречал. And then it goes buzzing around. И сразу же такой шум по всей толпе подошел. Who is this person? You've seen him before? Видели? Вы его видели? Нет, я не видел. And then someone says. Вдруг кто-то сказал.
I think he was sent by Kamsa. Я думаю, что его прислал Камса. So now everyone gathers around. Здесь круг начал сжиматься вокруг Гопа Гумбара. I heard he's sent by Kamsa. Сразу же этот слух облетел толпу тоже, что я его послал Камса, его послал Камса. Really? Let's get him. Давайте тогда расправимся. And there's poor Gopa Kumara. Gopa Kumara вот сидит, and Krishna's on the ground. Кришна лежит на земле. But then Lord Balaram came. Но тут появился Господь Баларама. Lord Balaram is known as the crest jewel of the intelligent. И Господь Баларам знает как бриллиант среди разумных людей. And he knew разумных личностей. This is that Gopa Kumar. И он знал, что это Гопа Кумар. And he knew why Krishna had collapsed. И он отлично знал, почему Кришна упал на землю. So happy to meet Gopa Kumar. Он был вне себя от счастья, встретив Гопа Кумара. But Krishna's thinking, okay, how do we save the situation here? И будучи очень разумным, Господь Баларам подумал, как же теперь выйти из ситуации из этой, как ее разрядить? So then Balaram came through the crowd. Balaram пробился через толпу и вышел вперед. Came up to Gopa Kumar. Он подошел к Гопа Кумару. He took him by the arm. Взял его за руку. Pulled him down next to Krishna. Затем положил его рядом. Наклонил, положил рядом его с Господом Кришной. So now Gopa Kumar is sort of kneeling on the ground next to Krishna. Он положил, он пригнул его, и он как бы на коленях оказался перед Господом Кришной. And Balaram took Krishna's head and put it on the lap of Gopa Kumar. А Господь Баларама взял голову Кришны и положил ее на колени, прижал к коленям. Then he took Gopa Kumar's hand. Потом он взял руку Гопа Кумара. And he made his hand stroke. Его рукой стал гладить голову Господа Кришны. And Gopa Kumar got the idea. Oh, okay. Then he. В какой-то момент Гопа Кумар понял, что нужно делать, и продолжил сам гладить. And so now he's stroking Krishna's head. Гладил Кришну. Everyone's watching. Все смотрели. And suddenly, Krishna came to consciousness. Кришна пришел в чувство. And everyone was so happy. Все такое счастье испытали. What happened? Что произошло? Что случилось? Who saved our Krishna? Кто спас нашего Кришну? It was him. Кто он спас? He saved our Krishna. Он спас нашего Кришну. Oh, he's wonderful. Он самый замечательный. So they just accepted Gopa Kumar. Они сразу же приняли как своего Гопа Кумара. And they're walking back to the village. И отправились обратно в деревню. Did you see what happened? Krishna fainted. И стали говорить друг другу: вы видели, что случилось? Кришна упал без чувств. We thought he was gone. Мы даже подумали, что он погиб. But he saved Krishna. Но вот он спас Кришну. Он спас Кришну. So Gopa Kumar became, from the total anti-hero, he became the total hero. Он просто из какого-то монстра, антигероя превратился в героя Галоки Вриндавана. And Krishna took him by the hand, took him into the palace of Nanda Maharaj. Кришна взял его за руку, ввел его во дворец Нанда Махараджа. And they had prasadam together. И они вместе вкусили прасадам. It was not Pandavanya Jalara. Это не был Пандавани Джалара. Мы не могли так делать. So we don't want to disturb anyone. Мы не хотим никого беспокоить. But they had lunch, or their evening meal, just sitting side by side. И они просто вечером ужинали вместе, сидя друг с другом, как большие друзья, рядышком. And Radharani had cooked some special things for Krishna. И Радхарани она приготовила этот вечер что-то удивительное для Кришны. And there was one super duper. What? Supercalifragilisticexpialidocious. Not translatable. It's a famous nonsense word yeah. from My Fair Lady. This huge ladu. Он сделал гигантское ладу. It is called the Manohar Ladu.
And называлась Lada Manohar. Mana means mind and Hara means to steal. Ладу называлась Манохар, потому что мана означает разум, а хар это то, что лишает тебя разума, забирает его, крадет. So Krishna said to Gopakumar, hey, look at this Lada. И Кришна сказал Гопакумару, ну-ка глянь на это Ладу. And Gopakumar said, yeah, wow, I never saw one like that. Гопакумар говорил, я ничего подобного вообще не видел никогда. Krishna said, well, let me give it a try. И тогда Кришна сказал, ну-ка я попробую. Radharani was watching from around the corner. Радхарани в это время посматривала из-за угла. With her friends. И там еще головы всех подружек, там, знаете, так рядком. Krishna's gonna take a bite. Сейчас он укусит этого Манохар Ладу. Let me see if he likes it. Понравится ему или не понравится, они очень волновались. So Krishna saw them there. И Кришна заметил, что они подглядывают. Took the Manohar Ladu. Он взял эту Ладу. Манохар. Checked it out. Разглядел со всех сторон. And he took a bite. И откусил. And then he suddenly made a face. Он сделал такое лицо. And he just spat it out. И он выплюнул то, что взял в рот. It's the worst ladu I ever tasted. Это самая гадкая ладу, которую я только ел вообще. And Radharani and the gopis. Гопи с этими Радхарани, они смотрят, я не сел. Krishna's not happy. Кришна несчастлив. Наша лада не понравилась ему. And Krishna said to Gopakumar, here, you take it. Сказал, мне не понравилось, ешь ты. Gopakumar thought, why did you give it to me? Интересно, что это я должен есть? If it's so bad. Если оно такое невкусное. What's going on? Что происходит? And he said, he thought, well, it's Krishna's remnants. Он подумал, ну, в конце концов, остатки пищи Кришны. So he took a little bite. Так это аккуратно откусил, немножко откусил. It was at least 1,000 times nicer than anything he ever ate or dreamt of eating before. И когда он первый кусочек откусил, то почувствовал, что это в 1000 раз было вкуснее не только того, что он ел, а еще того, что он мог мечтать даже поесть. And he thought, why did Krishna not like this? И он посмотрел такой, да ничего себе, что это Кришне не понравилось? And then Krishna looked at him. А Кришна посмотрел на него. And Krishna went. И сказал. No, not сказал. He did something. И тогда он подмигнул ему. It's okay. I'm just joking with the girls. Я просто чисто поржать, как говорят. Девочки там гопи смотрят просто. Над ними подшутил. So, yeah. When you come from there, Krishna tries to stop you. Итак, когда мы пытаемся оттуда уйти, Кришна старается нас остановить. He really doesn't want you to go. Он честно сказал, он совершенно не хочет, чтобы мы уходили. And when you go back, Krishna's there to greet you. А когда мы возвращаемся, то он моментально там, чтобы встретить нас. And Krishna is waiting there now. И ждет он и сейчас нас. He's watching us here. Он смотрит за нами здесь. And Krishna is thinking to himself. И думает про себя. When are these devotees coming back? Когда же эти преданные наконец вернутся ко мне? Where's that? What's that Sergei doing? He's still in Riga. Сергей до сих пор в Риге-то делает, понятно. I have some business. Krishna's thinking he can do some business here. Krishna говорит, что ты здесь бизнес занимаешься, свои дела? Вот я здесь. He can do the flute business. Да, ты же как раз на флейте играешь. Твое дело. Так в жизни в духовно мире. Shri Goloka Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Ki Jai. Вот
Останься с вами, Махарадж. Джай! Кришна Катха ки. Джай!